Здравствуйте. Нам начальник охраны нужен. А его сегодня нет. Все. Извините. Я ему говорю, Павел Аркадьевич хорош, я не такая. А он ко мне как присосется, ну и потом мы с ним всю ночь. Даже диван сломали. Походу, он меня запал. Да ладно. А подожди, это какая Наташка? Та, которая со свистком? Привет. Здрасте, а можно я пройду? Ну, слушай, это она сказала, что залетела? Ты чего, повелся? Вот козлина. Юля! Юля, иди сюда скорей! Что такое? Деньги нашла? Нет. Вот. А, какашуля. Ну, ничего, тоже деньгам. Кошмар. Как так можно? Прям на кровать. Ну, всякое бывает. Понадобилось человеку. Ну, и что делать будем? Не будем, а будешь. Убирай давай. Знаешь, сколько такого нужно убрать, чтобы из него выбраться? С начином тебя. С первым засранчиком. Подавать заявку в материал, чтобы не доводить до дедлайна и не бегать потом. Пусть она при тебе тест сделает. Ну, ты сидишь рядом и ждешь, смотришь. Если откажется, значит разводит. Я не понимаю, а чего тут неудобного? Павел Аркадьевич. Давай, давай, дружок. Ты крутой. Держись. Да не плачь. Созвон. Некрасиво перебивать. Зачем я пришел? А, да, тетя Эля приезжает завтра. Эленора Андреевна? Точно. Андреевна. Сиди спять. Да. Хочу, чтобы все летало и блестело. Все сделаем. Михаил Джекович, если мне понадобится ваша помощь, я обязательно вам об этом сообщу. Павел Аркадьевич, все будет хорошо? Да будет, конечно же, будет. Ой. А, кстати, диван в люксе 311 поменять надо. Что с ним? А, он умер. Ураган был. Все свободны? СМС, к счастью, пришла. Зарплата, да? Угу. А мне еще не пришла. Дядь Борь, тебе пришла? А я тебе денег должен? Да не должен. Пришла. О! И мне пришла. Магазин интимных услуг. Нет, не пришла. О! Здрасте. А мне вот эта зарплата не пришла. А всем пришла. Я что-то прям волнуюсь, на что жить. Ну уж ты-то не пропадешь. Ты что здесь делаешь? Я теперь ваш новый бухгалтер. Как это? Как он кверху. А, понятно. То есть другого места для работы не нашлось. Обязательно нужно было сюда, да? Угу. Ладно, зарплату мне перечисли. Хорошо, перечислю. Вот так. Только если ты извинишься. За что? Сам знаешь, за что. Я ничего плохого не делал. Делал. Не делал. Нет извинений, нет зарплаты. Вот так. Она мне говорит, если не извинишься, деньги я тебе не переведу. Ну, я ее послал и ушел. Прям послал? Да. Прям послал. Ну, вслух, правда, не озвучил. Я часто так делаю, чуть. Я бы тоже кое-кого послал.
Иди, а что, это не, совсем не сложно. Смотри. Все, я послал. Попробуй. Чувствую, ты ее послал далеко. Вообще, может не вернуться. М? Я говорю, может не вернуться. Где? О, смотри. Твой это за ненавистник. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что у меня убрали. Да, работа у нас такая. Извините, забыл оставить вам чаевые. Сегодня обязательно оставлю. Спасибо. Вот уж внешность обманчива. Вроде бы интеллигент. Да ладно, может, ему кошмар приснился. А, девушки, не могли бы вы дать мне дополнительную туалетную бумагу? Уже? Да, конечно. А возьмите еще. Здравствуйте, я главный бухгалтер. Вы хотели со мной поговорить? Добрый день. Да, я очень хотел. Присаживайтесь. Это и есть налоговый инспектор? Ну, а как бы еще я тебе сюда звонил? Давай пообщаемся. О чем нам общаться? О тебе. Немножко обо мне. О нас? О нас. А я купил для тебя самое дорогое шампанское. Угу. Нет, ну, одно из самых дорогих. Маленько, мы с тобой взрослые люди. Сейчас вот работаем вместе. И знаешь, мы тут все как просто единый такой организм. Каждый друг другу помогает. Там кто-то, он чемоданы таскает. Извините. Кто-то готовит. Каждый выполняет свои обязанности. И за эти обязанности он получает деньги. Да перевела я тебе зарплату, завтра должна прийти. Ой, Марин, да я не про это вообще говорю. Я говорю про то, что... Что, прошлую перевела? Угу. Давай выпьем за тебя, а? Хороший, да? Я побегу, наверное. Нет, дело там не про ворот. Да, да. Ты счет оплати, у меня денег сейчас нет. Завтра приду. Сеня. Ой, Марин, не начинай, я тебя прошу. Так посидели, хорошо. Хватает одной ягоды. Где она? Я не знаю. А кто знает? Что? Что это? София Стефановна, я всего лишь второй день. София Яновна! Пошел он отсюда! Извините! Совсем с ума посходили. София Яновна, официант не виноват.
Я видела, как Михаил Джекович украл ягоду. Что ж, я думаю, нам нужно поощрить Михаила Джековича. Вот судьба злодейка, а? Сегодня ты на коне, а завтра под конем. Ну, форма, будто на тебя шита. Пошел ты, а? Михаил Джекович, не нарушайте, пожалуйста, груминг стандартс. Вам очень идет. Джекович. Вопрос, конечно, риторический. Но за каким ты все это терпишь? Терпеть это у нас в крови. Ничего, посмотрим еще, кто кого. Опять. А что, принципиально в туалет не ходит? А, тихо. Хороший песик. Хороший. Здорово. Оп. Дай. Что с ней такое? И с ними что совсем? А ты не знаешь. Ты что, не получал рассылку от Марины? Какую рассылку? О, братан. Вот. Вот, ну, сделал подарок на 8 марта. Индивидуальный. Только фотку прислал? Да. А что, видео есть? А? Нет, нет. Видео нет. Отель «Элеон», Егор, здравствуйте. Чем могу помочь? Это Даша, я в 313-м. Меня собака в ванной закрыла. Вызови кого-нибудь, а то я телефон тележки оставила. Даша, успокойся. Во-первых, я ничего не понял. Во-вторых, я сейчас поднимусь в 313-й и разберемся. Никуда не уходи. Да куда я? Налей водички, а? Чего там смешного? Видос вчера снял. Как Яновна бушевала, ураган София назвал. Яновна, пошел вон отсюда! Костик, ты шампанское заказал для Элеоноры Андреевны? Да. Так, не надо водички, лучше скинь мне это видео. Все. Только Яновне не показывай. Не-не, это для внутреннего пользования. Костик, а что ты ему скинул? Так как София вчера психовала. Ты головой думаешь? А чё? Чё? Уважаемые, нам надо посмотреть видео с камер наблюдения. В долгу не останемся. Я подумаю. Даш, ты здесь? Я в ванной! И чего ты тут сидишь? Да ладно тебе, подумаешь, поржали. Все ж по-доброму, тем более, что ты там с Розочкой. Да это ладно, зарплата до сих пор не пришла. Может, Софии пожаловаться? Слушай, я что, бабу, что ли, жаловаться? Она не платит мне зарплату. Я прошу принять меры. Мариночка, объясните, пожалуйста. Я отправила все в банк. Сегодня-завтра зарплата должна прийти. Арсений, вы уж потерпите. Кстати, я проверила бухгалтерию по кухне и нашла некоторые нестыковки. В прошлый месяц Арсений Андреевич отчитался только за половину расходов на продукты.
А еще он взял деньги на плиту, а чеки не предоставил. И, кстати, у него числится человек на кухне, который не работает, а зарплату получает. Федор Юрченко. София, ну это мелочи, это мелочи. Я все это исправлю уже к концу месяца. Не сомневаюсь. Но за эти мелочи вы будете оштрафованы в размере 30% оклада. Да, Настя? Мне нужно с вами срочно поговорить. Чего ты уставился? Хочу вот в этой вот ябеде рассмотреть жену свою, любимую. Это я ябеда? Софьяновна на мне зарплату не платит. Стерва. Ты представляешь, я думаю, это дяденька навалил. А это, оказывается, его собака. А, щипет. Ну все, все, не ной. Зато твой попа теперь пахнет лавандой. Что-то никто трубку не берет. О, алло, Свет, это Егор. Где ты ходишь? У нас тут делегация китайская приехала. Быстро сюда. Мы якуты, а не китайцы. Извините. Мне надо срочно на ресепшн там за пар. Да, конечно, иди. Что-то тихо. Может, уснул? Или какает. Одно из двух. Я сейчас через окно спущусь вниз и кого-нибудь позову на помощь. Ты с ума сошел? Четвертый этаж. Да ладно, это ерунда. Я на девятый этаж через форточку забирался. А чего это ты по форточкам лазил? Ну. К девушке? Ну, давай, скалолаз романтик. Вперед. Так, нужен задний двор за пятое число. За пятое? Да, за пятое. За пятое, за пятое. Что случилось? А, у Михаила Джековича есть видео, где вы вчера немножечко, ну, перенервничали. Мне кажется, он собирается показать его Элеоноре Андреевне. Откуда у него видео? Ну, наверное, сам снимал. Встал за бар и снял. Не хватает. Снимай одежду сейчас, добавим к веревке и привяжем к полотенцесушителю. Так хитро мне еще никто не пытался раздеть. Давай лезь, я держать буду. А ты удержишь? Ну, как раз проверим. А вы здесь? Конечно. Где и положено находиться Белбою. А, Михаил Джекович, я хотела вас... О, Элеонора Андреевна приехала. Пойду встречу. А... ЧП, за окна выпал человек. Сейчас буду. Так, господа, сеанс окончен? Уважаемый, мы еще не досмотрели. Валите отсюда, пока меня из-за вас не турнули. Сергей, ну-ка, давай, иди. Помоги. Сюда, сюда. Быстро, быстро. Сейчас. Клади. Давай. Михаил Джекович. Извините. Что? Можно вас на минутку? Я знаю, что вы хотите дискредитировать меня в глазах Элеоноры Андреевны. Не отрицайте. Я и не отрицаю. Мне предложили место генерального менеджера в Лондоне. Но отель откроют только через полгода. И я вам обещаю, когда я уйду, вы станете управляющим в Лион. А что мне мешает показать видео сейчас и вернуть себе должность? Ну, совершенно не факт, что это вам поможет. Решение все равно будет принимать Павел Аркадьевич, а он мне доверяет. А через полгода
Я лично порекомендую вас на свое место или не порекомендую. А пока поработайте моим заместителем. Вроде ничего не сломано. А ты чего? По чаевым соскучился? А, это буквально на один день. Михаил Джекович решил провести мастер-класс с молодым билбоем. Ну ладно, что ты хотел мне показать? А, да. У нас тут такое творится. Честно говоря, такое могло произойти с каждым. Сеня, ты что ли снимал? Нет, у нас с ним не такие близкие отношения. Это жена его скинула всему коллективу. Идиот. Молодец. Вроде справляешься. Ничего не разрушил. Не сломал. Так, только человек из окна выпал, и все. Да ладно. Одним партия больше, одним меньше. Кстати, шикарно выглядишь. Не была бы ты моей тете, я бы тебя... Ой, ну все, хватит. Ладно, Спайдермен, не спасай больше сегодня никого. И прости, что отпустила веревку. Даш, ты... Не думаю, что я тогда испугался, но когда Павла Аркадьевича били, просто мне драться нельзя. У меня проблемы кое-какие с полицией. Понятно. Пока. Марина? Марина? Слушай, я хотел сказать, зарплата пришла. Спасибо большое. Угу. А, это сам как у Марин. Мне предыдущий бухгалтер еще помимо официальной зарплаты дал в конверте. Я не знаю, что там налоги меньше или что-то такое. Сколько? 20 тысяч. Во-первых, не 20, а 10. А во-вторых, какая же ты сволочь. Столько лет приносил домой только то, что на карте. Да может, я тебе на шубу копил? Пошел вон. Ничего ты не получишь. Теперь я их сама буду копить. На шубу. И спасибо, что предупредил про видео. Да не за что. А что вы ему сказали? Сказала, что если он оставит меня в покое, то через полгода займет мое место. То есть вы через полгода уходите? А, вы его... Я поняла. This girl's gonna move, yeah. Crave the life of limelight, she's got it dead high, and she ain't going home. Короче, ищем горничную. On the ground.